Для абитуриентки Марии Роминской журналистика – мечта детства. В этом году она может стать реальностью. Журналисты мне всегда виделись очень эрудированными и очень лаконичными людьми, которые знают все и обо всех. То, что ты видишь, ты можешь все это описывать, писать статьи – это классно. Способ общения, что ли, с миром, не знаю, с людьми действительно. Мне всегда хотелось. Студент 4 курса Алексей Борисов в правильности выбора профессии не сомневается, но уже видит недостаток своей подготовки. Говорит, мало практики, пока его знания основываются лишь на теории. Безусловно, это не тот опыт, конечно, который приобретается к каждодневной работе, когда ты работаешь профессиональным журналистом. Пока что мы все-таки не так настойчивы, как должны быть настоящие профессиональные журналисты. Но это все приобретается с опытом. Без этого никак, никакая теория не заменит такую практику. Оценил практику выпускник филфака, журналист с 7-летним стажем Максим Головань. Он признается, работа очень интересная, иногда даже граничащая с безрассудством. Затопило переход на площади Советской. Пошел с фотоаппаратом. Смотрю, куча воды, да, то есть по колено. Ну, какой нормальный человек, конечно, туда сунется. Закатал по колено штаны и пошел, потому что мне нужно было передать зрителям ту картинку, как люди сидели на этих скамейках в этой ледяной воде. В итоге получились классные снимки, и я понимаю, что не зря. Такими выпускниками гордится декан факультета Галина Богданович. Она надеется, что сегодняшние студенты станут успешными, узнаваемыми журналистами. Студенты, конечно, разные, поскольку разные отношения к самому процессу обучения, к целям и задачам получения образования. Но вместе с тем, многие наши выпускники работают не только в различных медиа Крыма, они работают в медиа Украины, работают на центральных каналах. Декан уверен, главное для журналиста никогда не останавливаться в своем развитии и всегда говорить только то, что отвечает действительности. Олег Зайковский, Андрей Тымчук, служба новостей ТВ.